Фея искусства. Добрый день, ребята! Сегодня я предлагаю нарисовать военный корабль в море. Для работы нам понадобится палитра, гуашь, листик, простой карандаш, ластик, кисти и баночка с водичкой. Начнем мы работать простым карандашом. Наметим линию горизонта. Здесь у нас будет небо, здесь вода. И наметим сам корабль. Намечаем сначала корпус. Нарисуем мачты, пушки. Предлагаю рисовать на закате солнца, на фоне заката. Наметим, где у нас будет солнышко. И начнем работать красками. Сначала мы разукрасим небо. Море мы будем разукрашивать, используя синий, голубой и изумрудные цвета. Море, чем ближе к линии горизонта, тем будет светлее. Сейчас мы смешаем на палитре белый и черный цвет, получим серый, и серым цветом разукрасим корабль.
возьмем более тонкую кисть и черным цветом нарисуем контуры деталей на корабле. Некоторые детали можно сделать темно-серым цветом. Смешиваем черный с беленьким. Серым цветом нарисуем отражение в воде от корабля. Нарисуем брызги от корабля. Можно смешать белый, синий и чуть-чуть изумрудного. Нанесем несколько мазочков желтого и красного цвета на воду. Покажем отражение от солнца. Ну вот и все, ребята. На этом мы будем с вами заканчивать рисовать военный корабль. Я с вами не прощаюсь, а жду вас на следующих уроках. Пока-пока!